Всем здравствуйте. Я доктор Кентон Слейбо, и я передаю вам поздравления из Сарасоты, Флорида, Соединенных Штатов. И я приветствую вас во имя Господа Иисуса, нашего Спасителя и нашего Господа. Здесь у нас хорошо, тепло, и я приезжал к вам отсюда, но я передаю вам свои поздравления в Украину, Россию, Белоруссию, и в Восточную Европу, и в другие места, где вы находитесь и слушаете сейчас это поздравление. Я молюсь, чтобы Божье благословение и благоволение было на вас. Мы только отпраздновали Рождество здесь вчера, и я знаю, что многие из вас будут праздновать еще на следующей неделе или через полторы недели. И во время этих праздников, когда мы приближаемся к Новому году, я хочу, чтобы Бог благословил вас. И чтобы Его благоволение пребывало на вас, чтобы Его благословение было на вас, как на личности, чтобы было благословение на ваших семьях, Его благословение на вашем бизнесе или на месте, где вы работаете, чтобы вы, как верующие люди, процветали. И я верю, что Он хочет, чтобы каждый из нас процветал. Я верю, что этот год будет годом возможностей, возможностей для финансового роста и возможностей для духовного роста также. Это также будут возможности, когда вы, как верующие, сможете послужить тем людям, которые нуждаются в Иисусе. У вас будет возможность служить людям, которые нуждаются в исцелении и прикосновении Божьем. И вы можете все это. У вас есть помазание. Это помазание приходит от Бога. И Он благословляет вас этим помазанием так, что не только вы благословенны, но чтобы вы также могли быть благословением для других. Спасибо за все, что вы делаете для Царства Божьего. Господь любит каждого из вас, Он ценит вас, и Он над вами, согласно Софонии 3:17. И знайте, что самое лучшее от Него для каждого из вас – это то, что Бог хочет. Спасибо, что слушали меня. Ходите в Его победе на этой неделе и в наступающем году. Во имя Иисуса. Будьте благословенны. Аминь.